Как ты можешь говорить такое, грешник? Представляет, ляет, 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 ляет. Представляет, СТВ! Однако, доброе время суток, пятая колонна, шестая колонна, все колонны, которые мешают симметрии патриотического музея оживших мумий. Меня зовут Вадим. Еще нужно передать привет коллективу Бензоколонкиным 78 города Южный 73. Привет тебе там, кассиру и всем, кто паркуется у тебя рядом с бензоколонкой. Ты настоящий патриот России. А вы все еще меня помните? Денис, отдохнувший после очередного удачного дела на талисманах в Сочи 2014, который он проводил вместе с Шерлоком Холмсом, похожим на Риванова, дебилис, выпустите, Денис в соответствии Всемирного банка, ВФ и лично присмотром Псаки и Кличко устроили Майдан. Майдан, Майдан! Он переоделся в костюм героя «Кстати» для конспирации, чтобы его никто не заподозрил в том, что именно он устроил Майдан. Вот вы видите эти кадры. Тут никакого монтажа, там чистая правда. Он реально спрашивает. Есть еще одни документальные кадры, которые невозможно подделать. Он находился примерно вот в этом месте, где находится стрелка. Он около пятой колонны, которая называется в украинской историографии «Пятая колонна несвободы Украины, ебаный суд». Вот видите, я вздохнул после того, как я показал эти кадры, потому что я не знал, что мой друг Денис может даже сделать такое. Да пошел ты нахуй, Кацап, тебе слова не давали, кстати говоря, москаль, а ты Путин? Нет, я не Путин. Но ты все равно хуйло. Боже, как смешно. А я, между прочим, эксперт на уровне Шария и Леонтьева. Я их догоняю и даже перегоняю.